нужно надеть ван. Ты будешь пытаться такой большой ход сделать? А, стоп. Я нашел его, я его нашел. Мы вообще не отошли. Как ты его нашел? Где ты его нашел? Вон там оно. Я его увидел издалека. А у тебя дальность прорисовки максимальная? Ну не максимальная. Тут в этом моде максимальная. Это вообще такая, от которой у меня лагать будет где-то один кадр в секунду будет. Так что это у меня такая максимальная, которую можно достичь в обычном моем Майнкрафте, без модов. Вот, сюда надо идти. Там плакат типа разыскивает скрипер, что ли? Типа того. Вон, видишь, кладбище. Так что? Ничего нового, вроде. Тебе зачарован нагрудник не нужен? У меня же есть. Же есть. Так, тут босс. Сейчас погодь. Вот тут мицелий. Погодь. Чё это? Блин, у меня два нагрудника надоело мне. Тут мицелий. И тут босс. Сейчас погодь. Малторн, некромант. Только я пока вокруг кладбища обойду, может, что-нибудь увижу. Блин, у меня три зачарованных лука. Вот на черта они, блин, да чё? Я по воде попробую пройти. Там вдоль воды что-нибудь есть. Воды. Вода. Ничего не видно. Вообще. Там нет ничего видно. Смотри, там какое-то здание, видишь? Где? Вон там. Там? Где там-то? Какая-то беседка. Вон туда смотришь. А мы там разве не были? А мы там разве были? Не знаю, все равно, мне кажется, нам потом... По-любому туда надо будет идти. Ой, я так голоден. Ну чё, давай, я тоже съем и начинаем, да? Погодь. Сражение. Погодь, я хочу так сделать. Вот. Блин, я столько брони. Ну чё, начинаем? Погодь, бегу к тебе, давай. Давай. Начало сражения с боссом. Малторн, ритуал начался, вы опоздали, люди. Мы опоздали. Надо поставить какие-то афферинги в воронку. Ну а сейчас мои рабы позаботятся о вас, смертные. Сзади, блин. С башкой криперы. Раб. Они быстрые. Да. Виктор говорит, есть способ, типа, обратить ритуал, вы должны положить... Там бегает... Должны положить сердце зомби в алтарь. А что за сердце зомби? У тебя оно есть? Да. Да? Да. А где вот алтарь? Это и есть алтарь. Вот это и есть, может, алтарь. Может быть, да, скорее всего. Клади его тут. Может, туда. Ты поубиваешь кого-нибудь, а то нет, что мешает. Ты можешь его просто туда кинуть. Ну, кью. Просто прям на вершину этого раздатчика кинь. Все кинул. Он такой, что вы здесь делаете? Не трогайте! О, еще одно сердце зомби. Ага. У тебя выпало. Да. Ты чё, крыса, а? Крыса? Еще одно, что ли, надо положить? Походу, еще надо. Да они заколебали меня мочить просто, а? Ай-яй-яй. Зомби, стой. Зомби, стой. Типа, капец, он такой, если бы я на вашем месте, я бы не играл с этой штуковиной. Разве у меня есть все у самого? Почувствуйте, что-то мою мощь, тупые люди. О, вот он. Ага, у него на башкой написано. Малторн. Да он слабый, он... Ой, ай! Он невидимый, и слепота появляется. О, вон он. О, у него скорость, ничего себе. Блин, у него отравление. У него вроде не отравление, а этот, ну, иссушение. Да, ему да, иссушение, да. Потому что это скелет-иссушитель. С этим ничего не поделаешь. О, вот он. Он скребал второй раз, меня уже ударил. Давай пусти, а хотя бы разок, говорит. Знаешь, что-то мне как-то неохота, чтобы он меня ударял, если честно. И у меня иссушение, блин. Я знаю. Ага, вот он. А, вот он меня ударил. Возрадуйся, что он меня ударил. Я рад. Он такой, посмотрите вверх, в небо, что это? Это луна? А, это фейерверк. Ничего себе. Что-то Архангел Танос. Незнакомцы, я здесь, чтобы помочь. Не бойтесь.
кто-то нам будет помогать. Он говорит, освободите середину, я открою что-то, чтобы в ад, так что мы сможем убить Малторна. Типа, скиньте Малторна в пустоту, это единственный способ покончить это. Все. Он такой, пустоту? Ну да, вот а тут, где пустота? Тут лава, правда, это не пустота, тут лава. Надо его скинуть туда как раз. Главное самому не скидываться. Да, скинь его сюда, скинь его. Как я его скину? Не знаю. Сейчас он сюда подойдет, я так. Надо его. Я хочу его. Блин, я хочу, чтобы он. Надо, чтобы он на меня. Ай! Он сзади меня подошел, прикинь, обошел. А тут какой-то зомбак на крыше. И он неуязвимый. Я умер. Ты первый раз умер, молодец. Идти и ты. Ох ты, прикинь, тут восстановление. То есть, ну, типа, как уж его. Респаун за души. Скидывай, я его отвлекаю. Чё ты? Блин. Скидывай его, я его отвлекаю. Я бегаю. Блин, а! О, я да видел! Он уже там был! Молодец! Он такой, извини, лорд Херабрин, я проиграл. Вы получили 70 душ, квест 3 выполнен. Так, этот зомби, он что, реально неуязвимый? А, это архангел, как раз, который нам помогает. Нифига тут сколько всего. О, тут сундук. Ой. Так, это я возьму, самородки. Да, самородки бери. И всякие, так. Сейчас, погодь, секундочку. Что у меня... Так, у меня все это есть. Этот лук крутой. The Raven's Wing. Raven Set. Сейчас погодь секунду. И типа, блин. Ваше приказание. Херабрин. Господи, что за херня? Что у тебя? Жесткие лаги у меня. А. Скажу я тебе. Типа, это типа то, еще что... Еще и скайп что-то пишет. Это типа то... Это задание, которое Херабрин дал этому некроманту. Типа, захвати деревню, выполнено... Запри тюремщиков с кодом 186. Выполнено. 186. Да. Найдите типа место для ритуала. Выполнено. Начните призыв. Выполнено. Типа верните скелетора к жизни и разрушите город. Не выполнено. Кто такой скелетор? Фиг знает. Блин. Так, я сейчас все сюда суну, пожалуй. Все лишнее? Да. Я, пожалуй, возьму вот это и возьму ботиночки. Так, вот это я объединю сейчас. И вот это я сейчас объединю. То, что скинул, я кое-что объединил. Так. Квест-лог сейчас прочитаем. А это я, пожалуй... Стоп, 1.86, да, я запомнил, мне кажется, это нам понадобится. Так, квест 4. Огромный череп был, ну, типа, призван к жизни и угрожает разрушить город. Разрушите скелетора и восстановите мир деревни. Войдите в пещеру черепа, победите скелетора. А надо вон туда идти. А зачем? Почти полный... Этот скинул. Кого? Шлем. Потому что у меня не почти полный теперь, а совершенно полный. Хотя у тебя нет запасных штанов зачарованных? Зачарованных нет, есть обычные. У меня обычные и так есть. Пошли туда, что ли? Да, тут сразу хотя... еще один босс. А, ладно. Еще один. Скелетор. Смотри, наши соус. Угу, за убийство босса нам плюс 70 дали. Так, подожди, мне что-то скайп пишет. А, все, херня. Начинаем? Давай! Начало сражения. Я такой, что это за хрень? Херабрин, теперь твое время, скелетор. Убей этих, типа, каких-то там людишек. Интересно, скелетор-то опять слушатель будет, наверное, да? Не знаю, он такой, да, мастер. Шо? Стреляйте в глаза! Где он вообще нахер? А, вон он! Надо стрелять в глаза, я в один из глаз уже попал. Блин, а. Бичара, а. Ой, я попал в оба глаза.
Летающие криперы, где летающие криперы? Вон они, блин, летают. Жесть. Я их из-за этого мочу из лука. И чё, и нафига они? Они, наверное, взрываются, нет? Возможно. Пацаны, я вообще не с ним. Тут скелеты. Я не бейте, я всегда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня крипер хорошенько подорвал. Я за херабрина. У них имена даже есть, блин. Да. Ой-ой-ой, меня еще один крипер чуть не подорвал. Еще скелетики, блин. Откуда да. не возьмись. Я боюсь этих криперов очень сильно. Почему? Блин, их очень много просто. Да, они взрываются. Нет, я реально, что теперь делать-то вроде... Мне кажется, надо их убить. Глаза мы... Они, мне кажется, спаунятся. Такое ощущение. Ну-ка, в чате ничего не написано. Нет. Скелет появится. Ну-ка, может, как-нибудь до тут допрыгнуть можно, вот до той хрени. О, снова в глаза стрелять. Ой, 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 ай, нет, нет, крипер, я хороший. Ты попал ему в глаза? Подожди, не, пока, я не могу, я место хорошее не могу найти, тут меня все мочат. Сейчас, я стрельну, сейчас попаду. Во, и, блин, а во. Всё, что-то открылось. Летающие криперы опять. Никит, мы поняли, что летающие криперы. Зачем это еще раз говорить? Ой, я нашел сундук. Ну, тут лук, который у меня получше. Тихо, меня, что мы не можем огонь потушить. Ну да, фигня. Прям над крипером написано. Ай, фак. Над крипером вот. Написано. Летающий крипер. Да ладно, блин. А нам непонятно, кто это. А ну пошли вон отсюда. Я тебе помогать. Блин, у меня столько порха. Ой, крипер. Заколебали неуклы меня взрываться. Я что им сделал? Ты заколебал, говнюк. Да я хотя бы поем, а. Пожалуйста. Блин, а мне надо поездим. Ну ешь, мне тоже надо поесть. Они на меня даже не нападали, пока я ел. Ай! Мышь! Стреляйте мышь в глаза, стреляйте в глаза. И сколько еще в них стрелять? Сколько раз еще? Блин, я попасть не могу. Я не знаю, честно. Помоги мне в глаза стрелять. Я этих криперов... Они огненные, блин. Я сейчас прям к нему подойду и выскажу. Блин, я не могу стрелять. О, вот, я попал. Ай. О, попал. Ой-ой-ой, кто это стреляет так? Кто это прям из черепа стреляет? Он такой, вы должны забраться в череп и сломать блок, который держит душу скелетора. Блин, я в лаву свалился. О! Чё? Да. Мы выиграли. Чё выиграли? Мы босса победили. Лаги, я Виктор могу... говорит, вот так, теперь нам надо найти херабрина. Так. Я ужасно лагаю. Теперь там открылся тот магазин, который был в церкви. Помнишь, там был магазин? Так. Соул скорость, а, типа... Дим, тут появились зачарованные мечи. Цена душ. Приобретите души, убивая боссов и убивая... Дим! И врагов. Подожди, я прочитаю. Потратьте души в Heaven Shop, доступный через алтарь, через алтари по всей карте. Души будут исчезать после смертей. Ладно, пошли-ка обратно оттуда. Погодь. Ой-ой, чуть я. Ох ты. У меня такой же. Я тут уже а самородки забрал. Я... Там было из Raven Set. Лук? У меня и так есть. Нет, не лук, а чё? Ноги. А-а-а. Поножи. И меч. А у тебя зачарованных понож обычных нет? Есть зачарованные. О, дай. На. Типа не те, которые твои, а другие. Не, у меня сейчас новые. Да не ботинки, а поножи. А, поножи. Зачарованных нет. А, то ладно. У
меня есть с полными жизнями только. Мне не надо, мне и так они достаточно. А тебе нужен нагрудник? Нагрудник у меня есть. 7 армор, да? Да, 7. Так, погодь, погодь. Давай постоим, я подумаю. Ладно, я пока выйду и посмотрю, что тут можно еще найти. Так, у меня теперь меч 14-28 урон. У меня 11-21. Так, я вот эти мечи, пожалуй, все туда сложу, а то мне они нахер не... Ну, оставлю... Один оставлю, пожалуй. Остальные все сложу туда. Так, два лука, которых мне уже не пригодятся. Порох, который мне уже не пригодится. Так, такое, типа, стороннее задание, типа, не обязательное. Мы сторонние тоже будем выполнять, да? Давай, чё, да, мне пофиг. Типа, фермер Рис, ему нужна помощь, у него проблемы, типа, ну, к нему слаймы пробрались, ну, это мы видели. Мы же их убивали. Найдите королеву слаймов и... А тут динамит можно сделать? Нет, правило нельзя крафтить, тем более он всё равно ничего не сделает. Он блоки не взрывает. Так, найдите королеву слаймов и доставьте экстракт фермеру. Пустите фермовый дом, найдите королеву слаймов, принесите экстракт. Это, блин, какой-то Варкрафт прям. Не, в натуре задание похожее, да? Так, ты где? Ты еще там стоишь? Алло. Так, стоп. Ты тут хоть? Да, я тут. А, чё ты там молчишь? Да не, ничего. Я просто в инвентаре копался своим, блин. Так, блин, надоело в нём посетите копаться. Посетите дом, мы его уже посещали, мы тут были. Стоп, мне кажется, или я нашел дверь в этот дом? Да, тут оказывается дверь. Ну, блин, так где вообще, а? Ну, тот дом, помнишь, который мы не могли забраться? Он забраться говорит, спасибо в дом вам, незнакомцы. Где, ну, это, блин, где, это, где? Ну, где? Ты вышел на улицу? Ну, где ферма, где ферма? Тот он такой, какой-то... А, это все еще не исправляет, типа, проблему с этим, с хренью. Деревня будет, ну, типа... Умрет с голода, если мы это не справим. Ты такой, как я могу помочь? Он такой, найдите королеву слизней и убейте ее. Принесите мне обратно ее экстракт, и может я смогу найти. Так, я что-то забыл. Вот из этой херни надо все выйти, да? Угу. Пол игры копать в инвентаре, прикинь. Угу. Так, знаешь, мне кажется, где она? Мне кажется, это королева слаймов, как раз там, где мы лаву ту видели. Почему-то. Вот тут кто-то стоит. Кто? А, это Архангел? Да, да, да. 7 зуру... Ой, да мне прям седло нужно. Прям всегда седле мечтал. А как отсюда выйти? В смысле, как отсюда выйти? Там дверь есть. Где? Ну как где? Ну там прям... Ты посмотри, ты по краям походи, там дверь есть. А, вот. Она такая. Так, то есть нам вообще обратно мне вверх надо бежать, да? Да, надо найти где-то королеву слизней, только где ее найти? Это не или понятно. Не надо вверх бежать, или по дороге там идти. О, открылись шахты. Нам надо в шахты, скорее всего. Стоп, капец, у нас счет, конечно. Прочитаю задание еще раз. Так, вот я в городе там. Ты где именно? Заражение от королевства Херабрина пробралось в горы. Идите туда и вводите в его... Типа, в его, как уж его, как это... В его измерение. Идите в горы, войдите в королевство Херабрина. Так, у меня столько еды вообще. Короче, иди туда, помнишь, где была лава, где еще были шахты? Ой, я не знаю, не помню, где это было. Я вот сейчас в городе, вот около фонтана. Ты по дороге иди, помнишь, где... Ну, там лава еще была. Мы еще пытались там все пропрыгать. Я не помню. Я вот сейчас у Виктора стою, блин, у этого. Вай, иди в сторону, не ту сторону, где кладбище, а в другую сторону, по дороге. Да-да-да, ты правильно идешь. Да? Да-да, ты идешь правильно. Ты меня видишь, что ли? Я стою на дереве. А? Я с тобой наблюдаю. О, с принтом же по лесенкам, ты же говорил. Да-да-да. Я только сейчас проверил. Ага-га.
А что там теперь лава типа открылась? Не, не лава, а вход, да, в шахты. Я правда не знаю, это основное задание там или дополнительное. Фуф. Что-то темно, как не нравится. У меня теперь у меча такой мега урон. Ой, тут пещерные, невидимые пещерные пауки, прикинь. Они все равно урон не наносят. Они наносят урон, только они не отравляют. Вот я про это и говорил. Так, куда нам идти? Слышишь, да? Да, слышу, они умирают. Блин, а у меня мышка лаганула, я забыл, не знаю где ты. Ты налево, что ли, пошел? Не, а, вот. Не, вот-вот. Тут, походу, вниз спуск. Ну, и похоже. Причем и такой хреновый спуск, что мы обратно не сможем обратно залезть. Их дохерища, да? Ну, не так уж и дохерища, на самом деле. Они с киллерками тут. Это вода. А я в воде. Ой, они сзади. Ой, их убил. Сундуки не открываются. Wells Glazes. А, это знаешь, это... Я знаю, что это за имя. Это у одного чела, короче, которого видео снимаю, у него там... А, эти зачарованные штаны нужны, кстати. Зачарованные, да-да-да, нужны. А, вот у меня только что они появились. Так, так. Что сейчас делать надо? Это ничего не делает. Это что, нужна плита или что? А, это... Вон что. Раздатчик? Нет, это... Железная ножная плита. Так, куда сейчас идти, скажи мне? Подожди. Вроде я на все их нажал, но ничего не произошло. Или надо еще что-то сделать? Блин. О, ускорение, я нашел напиток ускорения. Угу. Там сундук. Я вижу. И печка. В вагонетке. Ой, я все это случайно сломал. У меня у меня 49 стейков и 30 жареных куриц. У тебя сколько чего? Так, стоп. А я в тот сундук, пожалуй, сложу, то что ты зачем сломал его? Чё я сломал? Сундук. Я случайно. Как ты сломал его вообще? Он был в вагонетке. Блин. Ты кидаешь ценные стейки. Это Блэйд. Не стейки, это плоть. Блин, как-то надо открыть эту дверь. Ну, вот блин. О, там! Ник виден его! Я знаю, я его давно уже увидел. Может, мы его отсюда сможем свалить? А его не надо валить. Смотри, вот я когда на эту кнопку нажимаю, там я что-то... Я знаю, там поршень какой-то выдвигается. И вот тут еще поршень, надо, чтобы он тоже выдвинулся, но только вот как? Опять эти интеллектуальные. Да. Доело. Хотя мы только одну карту такую прошли. Да. Блин, тут должно быть что-то... О, тут еще один рычажок. Эти плиты, они активируются... Только предметами. Может, только одну плиту надо из них? Не знаю. У меня есть кость. Я, пожалуй, на... Ой, я случайно сломал картину. Зачем ты все ломаешь, а? Ух ты, она другой стала. Ну что тут делать? Да открывать. Вот чё этот поршень, вот этот стрев, да тоже надо как-нибудь открыть. Только откуда к нему сигнал тут взять? Может, рычаг вот этот? Да не. Вряд ли, это было слишком очевидно. Может, тут где-нибудь еще кнопочка какая-нибудь есть? Одна из этих, ну-ка. О, прикольно. О, это картина, блин. Да. Не нравится она мне. Сейчас поделаю немножко картиночку. Какого фига они все большие такие? Да. Ну-ка, вот тут у нас что? О, тут зомби с булыжником на башке. Во, кирка теперь. В смысле? На картине. О, знаешь, куда я пробрался? Как раз к той горе. Ты куда прошел-то хоть? Я к той горе как раз пробрался, где... Ты куда пошел-то, говорю? Ну, туда, в другую сторону, вот сюда, да. Ну, только, блин, вот тут вот что делать вообще непонятно как-то. Ага, вот я вижу.
Мы вышли из шахты. Да, ну-ка, мне кажется, сюда скинуть, наверное, вот столько. Того парня у нас цель, спасти же его. Ну-ка, если вот это так сделаем. Нет, у нас нет такой цели. А зачем тогда? Второстепенная? Я не знаю, для чего он вообще, но мне как-то... Может, опустят... его нереально. Вряд ли, вряд ли. У тебя много жареных куриц? 5. У меня 28. Ну, у меня 29 стейков. У меня 49 стейков. Круто. Понимаешь? Вон там что, вот как будто что-то должно быть. Блин, я хочу вернуться обратно, но это уже невозможно. Невозможно. Да, похоже, придется идти вперед. К Херабрину в гости. Блин, я сейчас кнопку-то сломаю нахер. Не надо ничего ломать, ты не сможешь ее сломать, самое главное. Она уже ломалась у меня. А, значит, сможешь. Но это запрещено. Ну, картину как будто не ломаю. О, сейчас наверх поднимемся. Да, может тут что-то... О, скелет! Скелет, да. Друг. Ай. Бесит заборы. Опять зачарованный лука. Мне все-таки нравится то, что... Блин, а ну как кто так прошел? А вот. Так, вот сюда нам надо идти или в другую сторону? Вот непонятно, куда именно идти. Тут два направления, потому что. Тут скелет опять. Опять он там. Ух ты, что-то из него выпало. Ничего особенного. Вот там мостик еще был. Вот мостик куда, интересно, ведет. Вот там зомби какой-то. Вот мостик. С него что-то. О! Я тут наверху. Знаешь, ты пока тут проходи, я хочу посмотреть, куда тут мостик ведет. Так, я так не умру ведь? Да, не умру. Так, мне опять говномеч выпал. Бивает. Стоп, мне кажется, ли я этот мост вообще не могу запрыгнуть? А, нет. Кажется, могу. Ой, какую-то шахту нашел здесь. Мышка лаганула, блин. Опять. На меня вообще постоянно лагается, когда я часто мне прям жму. А нафига? Я попал вообще, я не знаю, куда вот на самом деле. Мне. То я нашел путь назад. Молодец, я зато пещерку какую-то нашел. Тут этот мостик, он ведет какой-то штуковине, которая закрыта. Огромнейшую глубокую пещеру. Да. А тут фигня какая-то, закрытая адским забором. Мне кажется, туда надо прийти попозже. Я пока тут вот все обойду, может тут еще что-нибудь будет. Я пока вот пещерку схожу. Ладно, иди. О, я нашел что-то, О, я нашел рожу человека. Что-то я делал? Нет, не как голову, а просто декоративную. Ну и чё, я спустился сюда? Тут портал какой-то, типа, из лавы. А, это как раз это вход в владение Херабрина. У нас дополнительные еще задания есть. Найти, типа, королеву слизней. Думаю, вначале его следует как-нибудь осуществить. Блин, ну что я спустился сюда, и тут вообще абсолютно ничего нет. Кроме этого... Кроме портала, да? Ой! А? Стоп, ты как это сделал? Я не знаю. Я просто подошел к нему, и меня... Тебя тоже ТП-шнуло, что ли? Нет, нет. А, меня ТП-шнуло? Типа, квест 6. Иди в портал тогда. Сейчас. Типа, ученый, друг Херабрина Дина Бон охраняет землю Херабрина вместе с ее экспериментами. Победите ее создание, пока не будет слишком поздно. Найдите ее зону, победите эксперименты Дина Бона. Мне кажется, ее имя это
Это пародия на имя, на ник одного из разработчиков. У него ник Динербоун. Давай в тот портал. Она Динербоун. Там просто к забору надо подойти в этом портале. Сейчас я туда пойду. Тут дождь начался, вот нафига, не знаю. Я слышу. А, нет, это у меня огонь. Что, давай сюда, я так тупошно. Сейчас вот тут дофига еще всяких проходов непонятно, когда они будут открыты и все такое. Ну ничего. Я бегу. Ну, тут так далеко, как будто идти. Вот так вот, до сюда я в тот раз заходил. Дальше я еще не был. Вот тут вот куда-то вход. Зомбятина. О, и пещерка. Вот железный меч валяется просто так. Ух ты. Нифига, пещера. Че, блин, давай я тебя жду. Ага, я бегу вниз по лесенке. Так, я... Тут сундуков никаких нету вроде. О, я тпшнулся. Конец-то. Где-то, а вот. Офигеть. Прикольно. Ой, блин.